Добре. Прикра поразка. Команда виглядала сьогодні дуже вимученою. Скажіть, будь ласка, дорога чи, можливо, важка гра з Київбаскетом? Що стало причиною невиконання ваших настанов і тої гри, ви звикли бачити фани Запоріжжя? Ну, начну з поздравлений вашої команди. Вони заслужено сьогодні побіділи. И сегодня действительно они выглядели намного свежее нас. К сожалению, большому сожалению, игра была проиграна в первой половине. Банально не хватило сил. Действительно, для нас была очень тяжелая игра с Киевом и целый день переездов. Поэтому сил на качественный баскетбол у нас не осталось. Я не очень доволен тем, как ребята настроились. То есть настроя мне не хватило. Мне кажется, что кроме усталости имело место недонастрой. Хотя все время мы работали именно над тем, что нет игр главных, второстепенных. То есть мы настраивались максимально. К сожалению, не были выполнены большая часть установок на игру. Мы не остановили первый темп боя. Мы не справились в защите с Югбой. Все увещевания на то, что надо ставить спину, а не прыгать с ним, к сожалению, не возымели действия. Ну и самое обидное в этой игре для нас, очень серьезно опять травмировался Маяускас. Ну, для меня это просто катастрофа, потому что на позиции больших у меня и так проблемы. И он только сыграл, только вышел на свой уровень, вот он нормально первую игру сыграл в Киеве, и теперь, если честно, очень расстроен именно по этому поводу. Не столько из-за результата конкретно взятой игры, мы сегодня играли откровенно хуже, поэтому все закономерно. А из-за того, что и Мальчевский ногу подвернул, а у Маяускаса там вообще катастрофа. Поэтому приподнятого настроения не получилось. Еще раз вашу команду с победой. Хорошая, добротная команда. И я считаю, что иметь вот таких опытных ребят, которые в трудный момент берут на себя и решают исход игры, очень важно. Считаю, что и по комплектации, и по организации игры у вас очень хорошая команда. Давайте. Ну, очень непросто, это лидер, и без него нам, я не знаю, у нас 5 подряд игр дома. Но он, по предварительному мнению врача, от месяца до двух. Там опять нет ноги, там опять вот такое все. Тищенко наступил на ногу и оттолкнул, держа ногу внизу. Поэтому, конечно, очень некорректный поступок, я очень расстроен этим. И самое главное, ну, не хочу его комментировать, я же говорю, я расстроен тем, что я потерял на долгое время своего лидера. Спасибо.